видео мы посетим Сочи, Абхазию и так далее. Мы не полетим на самолете, а поедем на поезде двое суток. Ну, во-первых, челлендж своеобразный, а во-вторых, у меня собака. Вот такой вот вид из места, где я живу. Вот тут у нас горы. И вот еще. И вот еще. Мне кажется, это самая красивая такая снежная. Там очень много альпинистов. И я надеюсь, что я вот на эту верхушку залезу. Как-нибудь, конечно. Но постараюсь туда залезть. Вот. Вблизи выглядит намного лучше. Вот на эту я точно залезу. А вот на эту, ну, вряд ли, конечно, получится. Но я попытаюсь. Учтите, я попытаюсь. Вот такая вот канатка. Сейчас поедем. Везде лето, а вот тут у нас, кстати, снежок. Вот, он туда уходит. Я туда, кстати, поднимусь, так что туда ходят канатки, и я выполню наконец-то свою цель. Ура! А тут у нас еще намного-намного выше. Вот уже какие красивые виды. Продолжаем набирать обороты. Вот. Вот я уже вот так вот очень высоко поднялся. 2000 метров. Почему же я не смог забраться выше? Ну, во-первых, тут произошла маленькая проблемочка, я вот тут снова подвернул. И второе, там ходят только лыжники и сноубордисты, поэтому, ну, что поделать. Ну, а сегодня мы отправляемся вот на эту вот гору. Тут находится заброшенная крепость, и сейчас я к ней поднимусь. Поехали. Еще тут нет официального подхода, поэтому мы вот так полезли, сейчас наверх полезем. Вот по такой дороге иду. Вот уже как далеко поднялся своими пешочками. Ну а мы идем дальше. Вон туда. А вот и древняя абхазская крепость, ради которой я сюда шел. Ну, это одна из. Давайте посмотрим на нее поближе. Сейчас попробуем на нее залезть. Вот. Конечно, достаточно опасно будет. Не, дальше, наверное, не полезу, потому что, да, опасно, к сожалению. Когда-то тут ревели верблюды, были караваны, и эти караваны защищали древние абхазы вместе с арбалетами. Горы, вот еще горы, и там еще горы. На самом деле, мне не нравится путешествовать на море, там все такое, валяться на пляже. Мне нравится, чтобы с приключений. Вот, например, лазить по горам. Вот это мне нравится. Особенно вот Кавказские горы. Так, все, отлично, я уже спускаюсь. Мне уже осталось немножечко совсем. Все, я уже вышел в цивилизацию. Опа, тут какой-то забор. Так, главное через него как-то перелезть. А вот тут можно перелезть. Все, отлично. Опа. Все, я в цивилизации. Так, а что тут написано? Проход воспрещен, опасно для жизни. Ага, все, понятно. Опасно для жизни. Ясно. У вас сочинский транспорт, кайф. Как ты думаешь, сколько стоит отдых в Красной Поляне? Ну, я думаю, где-то в районе 10 тысяч. 10, 15, может, 20. Нет, не 10, 15, не угадал. Мощно. Ну, а сегодня мы отправляемся... не в горы, мы отправляемся в Абхазию. Это село Веселое. Тут у нас обычные жилые дома, куча-куча магазинчиков и границы, и куча машин. Я уже в Абхазии, сейчас поеду гулять. Так. Ой, тут мороженое у нас есть. 30-85. Слушайте, недорого. Сухумское пиво. А вот и
автобус, на котором я сейчас поеду. Частный. Какая же все-таки тут красота. Не могу это прочитать. Сейчас я поеду в Новоафонскую пещеру и ничего говорить не буду. У меня плитка отвалилась. Ну, последний день нашего отпуска, мы отправимся вот туда. Да, суббота. Суббота утро.
К сожалению, ролик получился достаточно маленьким. Вы, конечно, меня за это извините. Но роликов про путешествия будет достаточно много. Так что подписывайтесь и не пропускайте моих видосов. Ну что ж, подписывайтесь на мой YouTube-канал, Telegram-канал. Ну а с вами был Крутовс Лайф. Всем пока!